Не віриться, що теплі дні настали. Можна подніжитися на сонечку, поласувати морозивом та запланувати собі міні-відпочинок. Та чи буде такою ж самою погода наступні кілька днів? Если говорить о ближайших, ну, о ближайшем периоде, вот ближайшие, там, давайте возьмем неделю, то, в общем-то, вот то, что мы сейчас наблюдаем на улице, примерно такая погода и будет. То есть максимальные температуры, предположим, на низинной части, в пределах 23, 25, 24, 26, ночью 11, 13, 12, 14. Что касается осадков, ну, этих фронтальных зон пока нет, то есть такие зоны фронта нас не проходят, поэтому... Ну, практически каждый день, вторая половина дня, развивается кучевочка, так называемые мощно-кучевые или кучево-дождевые облака. Она сопровождается, развитие это сопровождается грозами, грозы ливнями, может быть, это градом, шквалистым усилением ветра. В общем, полный набор. Типично летние условия. Загалом, останніми роками погодна ситуація у всьому світі змінилася, а в Україні та на Закарпатті тим паче. Температуры возросли. Вы видите, что зима малоснежная и, в общем-то, с достаточно высокими температурами. Летний период тоже такие перепады очень сильные. Но с чем это связано? Тут куча всяких факторов. Температурные значения, они в среднем возросли где-то на 1,5-2 градуса. Синоптики прогнозують влітку 2021 року погодні аномалії у вигляді вітру, злив, грози через вплив тихоокеанського кліматичного явища. У періоди затища очікується спека і посуха. Найтеплішими місяцями на Закарпатті все ж залишаються липень та серпень. Максимальні температури в пределах 34-39 – це абсолютний максимум. Тобто той максимум, який наблюдався за весь період наблюдення. Буде ли він перевищений? Я думаю, що ні. Будуть ли періоди жаркої погоди? Будуть. Фахівці кажуть, літо буде помірно теплим. Літо буде преимущественно не жарким, а умеренно жарким. Будемо говорити так. Не будемо исключать вот этих вот кратковременных периодов такой очень жаркой погоды. К сожалению, они у нас присутствуют последние годы, и самое плохое то, что они очень плохо переносятся, потому что у нас высокая влажность относительная. Поэтому температура 32-34 в Закарпатье это совсем другое, чем, предположим, на побережье Азовского моря. Вы понимаете, там это нормально, здесь у нас люди начинают задыхаться. Так само спостерігається тенденція, що літній сезон зачіпає осінні місяці. Сейчас в вересні фактически пролонгированное лето. То есть вы реально видите, что в сентябре температуры могут быть такими же, как и в августе. И как бы у нас этот вот літній сезон немножко здвинувся. Та все ж не може не тішити той факт, що тепло у краї затримається і літо пройде традиційно із сонечком. А дощ та хмари рідко показуватимуться нам наступні кілька місяців.